Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я хотел бы вам рассказать маленькую предысторию о моих новогодних приключениях с новогодними коробками. Это было в пятницу. Мы, получается, решили купить в магазине клиента игры коробки за голду. После приобретения коробочек я был очень сильно обрадован. Мне выпало сразу три прем-танка. Это выпал практически подряд К-91, ТЛ-4 и Сапсан. Через несколько коробочек мне выпал последний премиум танк из первого этапа, и это был Type 63. Я был безумно рад. После первой части этого видео вы понимаете, почему я безумно рад. Если кому-то интересно, посмотрите первую часть. Вот. И сейчас я хочу вам показать, что было дальше, какой был мой второй этап и чего я достиг во втором этапе. Приятного просмотра. Если вам понравится это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Мне будет приятно их читать. И вот мы начинаем с вами открывать коробочки. Сначала по одной и смотрим, что же нам выпадает. Первая коробочка 250 голды, маловато. Вторая еще 250, тоже мало. Ждем наш танчик. 100 голды, это вообще ни о чем. Что же будет еще? Стильно Мауса, ну это прикольно, но тоже мелочь. Открываем две коробочки за раз, что же выпадает? 350 голды, ни о чем. Да, что это? Что это к нам едет? Давайте посмотрим. Это второй этап, это какой-то танк со второго этапа. Главное, чтобы это не был КВ-4. Вот что я не хочу, это именно КВ-4. Что не золотая вафля, жалко, было бы очень круто. Да, это объект 780. Ребята, это объект 780. У меня его, к сожалению, не было. Это о, еще... Вы это видели? Еще один танк. Какой? Что это будет? Что это? Нужен. Если выпал 780, это будет КВ-4. Я прав? Давайте посмотрим. Что это едет к нам? КВ-4. Нет, это не КВ-4. Это Чар. Ну, вот тоже интересная новая машинка. Будет интересно покататься на ней. За одну коробочку нам выпало сразу два танка. Это супер крутая коробка. Еще 7 дней и 12500. Открываем дальше. Что же еще будет? Так, замена мелкого уровня. 1500. Шикарно. Вот и закончились наши коробочки. Дальше будет продолжение с другого дня, когда мы купили еще 12 коробочек в премиум магазине. Но прежде чем открывать новые коробочки, давайте полюбуемся на объект 780. Какой же он все-таки красивый. Я очень хотел себе этот танк, но возможности его как-то достать не было. И вот он теперь у нас есть. Я думаю, в скором времени мы будем записывать видос про мастера на объекте 780. Будем пытаться брать. Машинка интересная, клевая. Очень круто выглядит. Вот. Посмотрим еще Чара. Чар это тоже новый танчик. Вроде говорят, неплохо танкует, но все нужно проверять. Проверим, узнаем и расскажем, конечно же, вам. А теперь у нас включение с другого дня. И мы будем дальше смотреть, что же нам выпало с 52 покупных коробочек. Посмотрим. Значит, первая коробочка. 100 голды. Ничего. Вторая. Еще 100. Тоже неинтересно. Третья. 1000 голды. Нормально, неплохо. Давайте по 10. По 10 что у нас будет? Да, какой-то танк выпал. Мы этого ждали. Мы этого очень ждали. Интересно, что это будет. У нас есть 780. У нас есть Чар. Что же это? Это КВ-4. Это по-любому должен быть КВ-4. Не может быть, чтобы его не было. Это... И это... Леон. Да. Это Леон. Это Леон. Шикарно. И еще две компенсации. Посмотрите, вы просто посмотрите на эту коробку. Она просто идеальна. Все бы такие коробки были. Да, это шикарно, конечно. Так, игрушечки у нас есть. Продолжим, ладно. По одной. Потянем эту ноточку. 100 голды, ерунда. Дальше продолжаем.
Продолжаем, что еще? Еще 100 голды. Блин, это такая мелочь. Так. Да. Что это? Остался КПЗ и КВ. И КВ. КВ, КВ. Да. КВ остался. Леон. Это КПЗ. Да, у нас есть КПЗ. Шикарно. Просто шикарно. Просто, это просто превосходно. Да. И в этот момент у меня, конечно же, слетает ОБС-ка. Либо я случайно либо нажал, либо что-то произошло. Мне выпал КВ-4 Турчинова со следующих коробочек. И вот я заметил, что ОБС-ка слетела. Я включаю все и продолжаю дальше открывать коробочки. Продолжаем смотреть. Так, продолжаем. Открываем. Ничего не выпало. Нам остался только Вафентраген. ОБС-ка не записала. 1250. Неплохо. ОБС-ка не записала, как нам выпал КВ-4. 100 голды. Плохо. Открываем все. Что будет? Неплохая коробочка, неплохая компенсация. И голдишки неплохо насыпала. Смотрим дальше. Так. 100 голды. Ну, это вообще ни о чем. Давайте все. Все посмотрим. Да! Ребята, это Вафентраген. Это Вафентраген выпал нам. Вопрос, это золотой или это обычный? Честно говоря, мне без разницы, какой это Вафентраген. Но посмотрим сейчас, что это выпало. Слава богу, не ТЛ. Хорошо, что они не повторяются. Это обычный Вафентраген. Но это все равно круто. Это очень круто. У меня был этот Вафентраген, ну, когда-то давно, когда его только выпустили. Я помню эти воспоминания, но посмотрим, как он чувствует себя в рандоме. Также у нас стиль на 60 ТП еще один выпал. Уже два будет. Стилей столько выпало, что танков столько нету. Ладно, шучу. Все танки есть. Все десятки прокачиваемые, все есть в ангаре. Так, 1500, нормально. Может еще что-то выпадет. Может золотая выпадет. 1500, тоже хорошо. Давайте посмотрим еще что есть. 250. Ну, после вафли это неплохо, в принципе. 100. Ну, все, это уже над нами шутят. Уже, типа, сказали, ну, ты всего достиг, хватит. 100 голды, но серебро есть нормально. Так, еще 100. Ну, это уже приколы начинаются. Это уже над нами прикалываются. Еще 100. Что, все по 100 осталось? Достали, еще 100, но это реально смешно. Еще 100, нет, уже на самом деле не смешно, уже грустно становится. Опять 100, все, мы все забрали. 5 миллионов, Вафентраген еще раз выпал. Ну слушайте, компенсация неплохая, 5 миллионов, практически десятку можно купить. Ну это круто, да, неплохо, 5 миллионов с компенсацией. Так, докатываем последние коробочки. 100, серебро хотя бы дали. 250. Ну, последние две. 100. И давайте в последние 100. 100. Вот. Вот такие у нас получились коробочки. Ну, я считаю, что неплохо. Как итог, хочу подвести, что нам выпало за 144 коробки, все танки. И один повтор Вафентрагена. Посмотрим по коллайдеру, что у нас тут собралось, что у нас не собралось. Вот, что бы хотелось сказать, что эти коробки, они окупные, они реально того стоят. Голды у нас очень много, серебра тоже много. Больше, чем 200 дней премиум аккаунта. Я считаю, что эти коробки себя окупили. Советую всем покупать их. Но я бы сказал, что их лучше покупать в премиум-магазине, в клиенте игры. Там, мне кажется, шанс выпадения побольше будет. Вот. А так, на этот Новый год мы закончили открывать коробочки. Осталось собрать галерею, осколочки поразбивать и забрать последние стили. Вот, ребят.
Так что всем, кому понравился этот видос, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем ваши комментарии. Напишите в комментарии, что выпало вам, за сколько коробочек это выпало и как вы считаете, окупились вы или нет. А на этом я хочу с вами попрощаться. До скорых встреч. Всем пока-пока. We'll be right back.